В РФ объяснили, для чего в Крыму новые ракеты. В Крыму грозятся сбивать любой объект, пересекающий админграницу с Украиной. Севастопольский дивизион С-400 в Крыму создает плотное кольцо ПВО без мертвых зон. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик, передают РИА Новости. Так он прокомментировал сообщение о том, что новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, будет контролировать воздушное пространство над Чингаром и Армянском на административной границе с Украиной. Расположенные в разных частях полуострова подразделения С-400 «Триумф» создают плотное кольцо ПВО без мертвых зон, сказал Белик. По его словам, разворачивание в Севастополе зенитно-ракетного дивизиона С-400 – это предупредительный сигнал украинским разработчикам ракетного оружия. Чтобы там не испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит, летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно, любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно, добавил Белик. По данным Минобороны, новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе. Напомним, ранее источники сообщили, что новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чингаром и Армянском на границе с Украиной. По материалам сайта newsgro.com.